الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، уважаемые братья, несколько дней назад мы еще с вами говорили и думали, как встретить благословенный месяц Рамадан. Говорили, готовились к этому месяцу целый год. Когда приблизился этот месяц, думали, как его встретить. Мы не успели в него зайти, как он пролетел, и уже почти половина месяца Шаваля прилетела. Итак, аль-умр, и так же наша жизнь, она проходит быстро и уходит. Подобно тому, как мы зашли в этот месяц, и резко так же зашли, из него вышли, так же мы зашли в эту жизнь, хаят-ад-дунья, в эту жизнь, и так же мы из него выйдем, и где будет наше с вами постоянное пребывание в Аллаху Субханаху Ва Та'аля. Вчера в этих мечетях дома Аллаха Субханаху Ва Та'аля имамы читали Коран во время намаза, и голоса переполнялись трепетом от страха перед Аллахом Субханаху Ва Та'аля. На глазах протекали слезы от богобоязненности перед Всевышним Аллахом Субханаху Ва Та'аля. И так это все быстро пролетело. И Субханаллах, дабы нам сохранить вот этот иман, дабы нам сохранить то, что мы заработали в месяц Рамадан, и чтобы наше поклонение было Аллаху Субханаху Ва Та'аля не только в месяц Рамадан, но и на протяжении всей нашей жизни, хотелось бы некое сделать напоминание, во-первых, в первую очередь самому себе, и всем нам. И всем нам из Корана. Из Корана, из слов Аллаха Субхану Ва Та'аля. Ведь Коран – это хитаб Аллах Азза Ва Джаль. Коран – это обращение Аллаха Субхану Ва Та'аля по отношению к нам. Аллах Субхану Ва Та'аля лучше знает, что нужно для нас, чем мы сами. И об этом Субхану Ва Та'аля в Коране говорит «Хуа а'ляму бикум». Аллах лучше знает вас. Почему? «Ин анша'акум мин аль-ард». Ведь Он вас сотворил из земли. Ведь Аллах вас сотворил из земли, Аллах знает, что для вас нужно. وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا. И в этих аятах Субхану Ва Та'аля напоминают нам, кем мы были. Мы были аджинна, зародышами, аджинна. فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ, в утробе ваших матерей, لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا, ничего не знали. فَجَعْلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. Аллах Субхану Ва Та'аля дал вам зрение. Аллах Субхану Ва Та'аля дал вам слух, дал вам вселил вас души, дал вам сердца, قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ, и мало кто благодарен мне. Также Аллах Субхану Ва Та'аля говорит وَقَلِيلٌ مَا هُمْ, мало их, то есть мало таких людей, которые были на прямом пути. Мало тех людей, которые поклонялись Аллаху Субхану Ва Та'аля. وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ, мало из моих рабов, благодарные мне, говорит Субхану Ва Та'аля. وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ, и мало кто уверовали вместе с ними, вместе с пророком, за ними пошли меньшинство. Хотелось бы нам быть с вами, уважаемые братья, вот из этого меньшинства, из этого меньшинства, которое говорит Субхану Ва Та'аля, то, что они достигли великого положения перед Всевышним Аллахом Субхану Ва Та'аля, и сделать некое напоминание из Корана. Эти вещи не изучаются в университетах, не записываются во время лекции. Это калям Аллаха Азза Ва Джаль. Это слово Аллаха Субхану Ва Та'аля. Поэтому знание – это не то, что много человек пишет или много изучает. Знание – это нур Аллах. Яхзибу фи кальби ма яша. Это нур Аллаха. В чьё сердце Аллах Субхану Ва Та'аля заселит этот нур? В то сердце Аллах Субхану Ва Та'аля заселит этот нур. И это человек из первых людей. Коран, тазкиру бил Коран, напоминание через Коран, это путь тех, которые были до нас. Саляфу салих, сахаба Аллаху алейхим, пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Самые лучшие слова, которые человек может услышать, قال الله, сказал Аллах Субхану Ва Та'аля.
Человек постоянно слышит ту или иную информацию, и наши сердца с вами это как сосуды, которые должны чем-то заполниться. Или будет ли заполнен чем-то словами людей, разговорами людей, или самым лучшим напоминанием словами Аллаха Субхану ва Тааля. И хотелось бы некое сделать 5 наставлений, в первую очередь самому себе и всем нам из Куана, из аятов, чтобы вот этот дух, который мы с вами проводили здесь, в мечети, в домах Аллаха Субхану ва Тааля, на протяжении месяца Рамадан, чтобы не был аннулирован. Чтобы шайтан, как только закончился месяц Рамадан, мы знаем то, что во время месяца Рамадан, когда наступает месяц Рамадан, двери рай открыты, двери ада закрыты, шайтан прикован, как только заканчивается, все это распускается. Но однако здесь пробирается человек. Здесь раб Аллаха, насколько он искрен с Аллахом Субхану ва Тааля. Поэтому вот сейчас вот закончится намаз, и каждый из нас будет садиться на свою машину, кто-то на выезде поставил, чтобы побыстрее выехать, успеть куда-то. Так оно в этой жизни, чтобы что-то, чего-то достичь, нужно же успеть. Это такой замысел в этой жизни. Но именно чтобы достичь положения перед Аллахом Субхану ва Тааля, это заслужит тот, который проявлял искренность Аллаха Субхану ва Тааля. Как говорится, «Аль-макам фит-турукат лиман сабак, валь-макам инда Аллахи лиман садак». Аль-макам фит-турукат, то есть дабы что-то достичь в этой жизни, достигнет тот, кто успеет. Но чтобы человек, если хочет достичь положения перед Аллахом Субхану ва Тааля, это по отношению к тому, кто проявляет свою искренность с Аллахом. И насколько человек проявляет свою искренность с Аллахом Субхану ва Тааля, настолько же Аллах Субхану ва Тааля будет искренним по отношению к нему. فمن صدق مع الله صدقه الله تقول اسكن الله الله سبحانه وتعالى سيسمع شريكم فشريك يقوم بعيار سوي اسكن. Первое и прошу Аллаха Субхану ва Тааля, чтобы нам с вами дал понимание Корана. Нету боли дороже, если человек будет понимать Коран. Не просто читать его на разбег красивым голосом с тажвидом. Нет, не это самое основное тааммуль. Тааммуль Куран, размышлять над Кураном. И чем человек размышляет над Кураном? Не своим разумом, а своим сердцем. Аллах Субхану ва Тааля в Куране говорит: «Афаля йатадаббаруна аль-Куран ам аля кулубин акфалуха». Почему люди не размышляют над Кураном или на их сердцах замки? Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Фадаккир биль-Куран, ман йахафу ва'ид». Напоминай через Куран. Напоминай через Куран тем людям, которые боятся встречи с Аллахом Субхану ва Тааля и боятся наказания Аллаха. И это то, что просил пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям за своего сахабу, за своего сподвижника Абдуллах ибн Аббас. Абдуллах ибн Аббас радиаллаху анху хибр аль-ислам, чернила ислама, самый один из великих ученых за всю историю ислама, сподвижник пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям за него просил: «Аллахумма факкиху фид-дин ва 'аллимху ат-та'уил». Аллах, дай ему понимание в религии и обучи его Корану, обучи его размышление, понимание Корана, тафсир Корана. Первый аят из сурат ан-Нур. Сурат ан-Нур, где Всевышний Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Я айюха ал-лазина аману ла таттаби'у хутуати ш-шайтан». О верующие, не следуйте за шагами шайтана. «Я айюха ал-лазина аману». О верующие, это нидау карама, нидау шараф, это обращение Аллаха почетно. Когда Аллах Субхану ва Тааля говорит: о верующие, человек, который в своем сердце чувствует веру, который поклоняется Аллаху Субхану ва Тааля, в этот момент говорит: «Лаббейка ва саалейка руля». Перед тобой я, Аллах. Ты ко мне обращаешься, Аллах. Это обращение почета. Я верующий, альхамдулилля, я благодарю тебя, Аллах Субхану ва Тааля, то, что ты мне сделал из числа верующих. И когда Аллах Субхану ва Тааля обращается в Коране: «Я айюха ал-лазина аману», о верующие, то всегда после этого Аллах Субхану ва Тааля или хочет что-то нам приказать, или Аллах Субхану ва Тааля хочет что-то нам запретить. И в этот момент, когда мы с вами читаем Коран, и когда читаем аяты «Я айюха ал-лазина аману», о верующие, мы должны быть с вами бдительными. Или приказ Аллаха, или запрет Аллаха Субхану ва Тааля. И если человек в этот момент ослушается Всевышнего Субхану ва Тааля, он берет наказание, он получает грех и вредит только самому себе. А Всевышний Аллах Субхану ва Тааля не нуждается в нем. «Ля таттаби'у хутуати ш-шайтан», не следуйте за шагами шайтана. В караате, который мы читаем в Коране, Хафс ибн Асим, читается «хутуати ш-шайтан». В другом караате читается «ля таттаби'у хутуати ш-шайтан» через сукун. Перевод «хутуати» имеется в виду шаг.
Хуттатун, имеется в виду стратегия шайтана. Оба риваята, они пришли от пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть у шайтана есть стратегия, у шайтана есть план, как сбить человека с прямого пути. Поэтому, как только мы с вами родились на этот свет, как только рождается ребенок, он вступает в бой, постоянно в бой с шайтаном. И шайтан, как он радуется, как только человек сбивается с прямого пути. Если человек оставлял что-то ради Аллаха Субхану ва Тааля днем в Рамадане из халяльного, из того, что Аллах Субхану ва Тааля разрешил нам из пить, из воды, из еды, то он сможет также оставить это после того, оставить харамное, после того, как закончится месяц Рамадан. И как только сбивается человек с прямого пути, шайтан в этот момент радуется. Поэтому Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Алам а'хад илейкум я бани Адам, алла та'буду шайтан». Неужто я вам не говорил, о дети Адама, чтобы вы не поклонялись шайтану? Поэтому есть лекарство от того, чтобы не идти за стопами шайтана. Есть лекарство, дабы не идти за сатаной, это поминание Аллаха Субхану ва Тааля. Зикр Аллаха Азза ва Джалла. Аллах Субхану ва Тааля в Коране говорит: «Ваимма янзаганнака мина шайтани назгун, фастаид биллах». Если вдруг шайтан вам приукрасил что-то, если вдруг шайтан приукрасил вам запретное, то прибегайте за помощью к Аллаху Субхану ва Тааля. Шайтан, как только человек открывает глаза утром, шайтан начинает его нашептывать, дабы его сбить с прямого пути. Он сделает так, чтобы человек забыл о следующем намазе. Он делает так, чтобы человек приукрасил шайтану какой-то грех, и человек сделал этот грех, как приукрасил нашему с вами отцу Адаму, алейхиссалям. И этого не избежать. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Куллю ибн Адама хаттау ва хайру хаттаин ат-тавабун». Каждый из детей из Адама, алейхиссалям, они ошибаются. Каждый грешный. Но лучший из них тот, кто просит Аллаха, субхану ва тааля, покаяния. Поэтому здесь есть две вещи. Греха не избежать, но однако, когда мы ложимся с вами спать, мы не должны с вами делать ният, намерение, дабы утром проснуться и как бы согрешить. И второе, чтобы эти грехи не были из грехов истигдан, высокомерие. Аллах Субхану ва Тааля сотворил Иблиса, Аллах Субхану сотворил Адама, алейхиссалям. Оба не слушались Аллаха, но Аллах Субхану простил Адама, но не простил Иблиса. Потому что Адам, алейхиссалям, человек слабый, приукрасил ему запретный плод, он ослушался Аллаха Субхану ва Тааля. Но однако Иблис, он высокомерился: «Ана хайру минху, халактани мин нар ва халактаху мин тин». Я лучше, чем он. Ты меня сотворил из огня, его сотворил из глины, дабы у нас не были вот эти грехи высокомерия внутри. Даже когда ложимся спать, ночью шайтан, он делает его связь, как бы согрешить перед Аллахом Субхану ва Тааля. Поэтому, чтобы шайтана быть сильнее в этот момент, человек должен быть сильнее шайтана. Аллах Субхану ва Тааля сказал, Субхану ва Тааля: «Вама кайду шайтани илля даифа, кайду шайтани даифа». Поистине козни шайтана, они слабые. И здесь Аллах Субхану ва Тааля говорит о самом главном шайтане, о Иблисе. А что уже говорить о других? Поэтому человек верующий, он намного сильнее, чем шайтан. И должен, альхамдулилля, делать перед тем, как он ляжет спать, ставить на первую очередь то, что любит Аллах Субхану ва Тааля, потом уже то, что любит он сам. Два ракаата намаза перед сном, когда мы берем омовение, если мы прочитаем, даже если мы хотим спать, прочитай то, что сделай то, что любит Аллах, оставь то, что любишь ты. Сделай то, что любит Аллах, оставь то, что любишь ты. И тогда Аллах Субхану ва Тааля даст власть над шайтаном и даст возможность победить этого шайтана. Второе наставление, где Всевышний Субхану ва Тааля говорит: «وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا». Придерживайтесь договоренности с Аллахом Субхану ва Тааля. Когда мы с вами, братья, постились, молились, мы подписали договор с Аллахом Субхану ва Тааля, поклоняться Ему, проводить этот месяц поклонения Аллаху Субхану ва Тааля. И дальше мы должны нарушать этот договор. А те, кто нарушает договор Аллаху Субхану ва Тааля, с Аллахом Субхану ва Тааля, Аллах Субхану ва Тааля проклинает этого человека. И бывает такое, когда человек думает, почему во время Рамадана наши сердца мягкие, наши сердца добрые. Проходит месяц Рамадан, и некоторые жесткость в сердце человека чувствуют. Почему? Потому что он забывает об Аллахе Субхану ва Тааля, нарушает договор с Аллахом Субхану ва Тааля, и Аллах Субхану ва Тааля делает жесткие в сердца. Субхану ва Тааля в Коране сказал: «Фабима накзи митакам ля'аннахум ва джа'анна кулубахум касия». За то, что они нарушили договор с Аллахом Субхану ва Тааля, мы проклинали их и сделали их сердца жесткими.
Поэтому бывает такое, когда подобно как камень, туда не проходишь что-то. Говоришь об Аллахе, субхану ва тааля, человек уже не переполняет у него трепетом его сердце, забывается, поддается шайтану, и не проходит ему аят. Когда говорим субхану Аллах, об Аллахе, напоминаем субхану Аллах друг другу, альхамдулилля, наши сердца наполняются мягкостью. Приближаемся к Аллаху субхану ва тааля в этот момент. Но бывает такое, что у человека не проходит через его сердце, жесткое сердце. Почему? Потому что он нарушил договор с Аллахом субхану ва тааля. Поэтому третье наставление, где Аллах субхану ва тааля сказал в Коране: «Уа'буд раббака хатта ятияка аль-якин». Поклоняйся Аллаху субхану ва тааля до тех пор, пока не придет к тебе смерть. Поклоняйся Аллаху субхану ва тааля до тех пор, пока не придет к тебе смерть. Когда спросили Али радиаллаху анху насчет народа, который поклоняется Аллаху субхану ва тааля только в Рамадане, что ты можешь сказать об этих людях? На что сказать: «Бийс аль-каум, ла яарифуна Аллаха илля фи Рамадан». Какой уничтоженный народ. Они познают Аллаха только в Рамадане. Субханаллах. Салиф ридвана Аллаху алейхим говорили: «Кун раббан ли рабби Рамадан, кун абдан ли рабби Рамадан, ва ля такун абдан ли Рамадан». Будь рабом создателя Рамадана, но не будь рабом Рамадана, самого месяца Рамадана. Рамадан — это такой же махлюк, такой же творение Аллаха субхану ва тааля, как и остальные месяцы. Но однако мы должны поклоняться Создателю этого месяца. И далиль на это то, что наш пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, Аиша радиаллаху анха проснулась ночью и заревновала посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Потому что помимо Аиши были другие жены пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. И ночью, когда проснулась, не могла найти, заревновала, подумала, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, ушел к другой супруге. И когда она его нашла в мечети, его пятки лопнули от поклонения Всевышнему Аллаху субхану ва тааля, где он был в сежде, и просил Аллаха субхану ва тааля прощения. И тогда Аиша радиаллаху анха спросила, сказала: «Я Расулуллах, алям ягфир Аллаху лак?» «О посланник Аллаха, Аллах же тебя не простил, зачем ты поклоняешься ему? Столько много ночью, ведь Аллах тебя просил в Коране, сказал: ягфир Аллаху ма тақаддама мин дамбика ва ма таахар». Аллах тебя простил все, что было и все, что будет. На что он ответил: «Я Аиша, афаля акуну абдан шакура?» «О Аиша, неужто я буду неблагодарным Аллаху? Неужто я буду неблагодарным Аллаху субхану ва тааля?» И опять же его далил: «Инна лакум фи расулиллахи кудуатун хасана». Аллах в Коране говорит: «Для вас, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, красивый пример». Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, в последние дни перед смертью, когда выходил, чтобы читать намаз, его уводили сахабы, и у него не было силы уже, чтобы читать намаз. «Суббан ма аля раси». Лили, проливали на его голову воду, чтобы он в себя приходил. Он хотел встать, провести намаз, но не смог, падал. Потом опять старался встать, чтобы провести намаз, уже при смертном состоянии, наш посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Это тому, который Аллах простил все грехи. И потом что сказал: «Мулу Абу Бакр юсаллим». Скажите Абу Бакру, пускай он проведет. Я уже не смогу провести. И это далиль, то, что наш посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, хотел встретить Аллаха, субхану ва тааля, ангела смерти, поклонение Аллаху, субхану ва тааля. Поэтому, как говорят аль-улама, Хасан Басри, рахма Аллах, сказал: «Инна Аллах азза ва джалла лам яджаль ли-абдихи аджлан дуна аль-маут». Поистине Аллах, субхану ва тааля, установил срок человеку, рабу Аллаху, это смерть. Вот когда приходит смерть, тогда уже останавливается поклонение. И сахаба ридвана Аллаху алейхим настолько любили поклонение. Не просто поклонялись Аллаху, как бы спастись от наказания ада или как бы попасть в рай, они скучали по поклонению. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит: «Арихна я Биляль, о Биляль, дай нам отдохнуть, возможность отдохнуть». То есть призови к молитве, скажи адан, чтобы мы нашли спокойствие. «Чу'илят ли куррату айни фи ссалат». Все, что успокаивает мое сердце, мое тело, мой взор, это было в намазе, сказал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. Поэтому когда плакали сахабы, и спрашивали: «О, на юкику, почему вы плачете?» То есть вы идете ко встрече с Аллахом, субхану ва тааля. «Ну почему вы плачете?» Говорили сахабы: «Аля фирак аль-ахибба, ва хаваджир ас-сиям, ас-сала». Мы плачем то, что разлучимся с братьями в этой жизни. То есть мы уходим из этой жизни, оставляем своих братьев. И также то, что уже не сможем молиться Аллаху, не сможем читать намаз больше, не сможем больше поститься. То есть настолько они любили поклонение Аллаху, субхану ва тааля, не просто чтобы тахаммусом, чтобы закончить это, как некоторые народы заканчиваются месяц Рамадана, они радуются, то, что сейчас вернутся в прошлую жизнь, начнут заново грешить, но вернутся то, что делали до Рамадана. Нет, но они настолько полюбили и плакали даже, что уже
их путь в рай, но они плакали, что мы будем скучать по состоянию наших молитв. Мы будем скучать по посту, по уразе, по этим поклонениям, которым мы поклоняем. Как они полюбили. И Аллах, субхану ва та'аля, радаллаху анху ва раду анху. Аллах полюбил их, и как они полюбили Аллаха, субхану ва та'аля. Следующее наставление из сура Ибрахим, где Аллах, субхану ва та'аля, в Коране сказал, «Ва итта этэн раббукум лэйн шакавтум лазиданнаку». Четвертое наставление, где Субхану ва Та'аля говорит, если вы будете благодарны Аллаху, то Аллах вам еще больше даст. Как один из перед Рамаданом созвали в Саудии с одним братом, и говорит, Субхану Аллах, говорит, в Аль-Харам зашел, пошел помочь сделать амавиль одному брату. Приехал один брат из Пакистана, у него не было две руки. Я пошел его, взял его, провел, чтобы он взял амавиль. Субхану Аллах, говорит, я держал для него воду, и я брал руку, мыл ему лицо. Просто задумаемся, братья, вот эти две руки, которые Аллах Субхану нам дал, посмотреть на эти руки. Какая милость Аллаха Субхану. Потому что мы можем зайти в уборную, сами взять эти пинджары, сами взять омовение. Никто наш аурат в этот момент не видит. Как Аллах Субхану нам дал это? Какая милость Аллаха Субхану, наш глаз, наши уши, наши сердца. И самая великая милость Аллаха, то, что мы сейчас с вами здесь сидим, в доме Аллаха Субхану поклоняемся. Поэтому, Субхану ва Та'аля, говорит, шакарту лазиданнаку. Если будете благодарны мне, я еще вам больше дам. Аллах Субхану Та'аля дал нам возможность поститься. Субхану Аллах, есть люди, которые хотят поститься, желают поститься, но не могут из-за болезни. Субхану, сколько звонков поступает, плачут братья. Субхану Аллах, как мы завидуем, когда постите, Субхану Аллах, но из-за болезни мы не можем поститься. Нам обязательно нужно принимать таблетки, обязательно нужно принимать лекарства. И как мы со слезами, то есть они нам с вами завидуют, то, что мы могли пропаститься, альхамдулиллях. А многие не могли пропаститься. Как народы, которые ушли из этой жизни, хотели бы сюда вернуться, чтобы еще поклоняться Аллаху Субхану ва Та'аля. Но уже нет возможности обратно вернуться и поклоняться Аллаху Субхану ва Та'аля. Поэтому Аллах Субхану ва Та'аля, если мы будем благодарны Аллаху Субхану ва Та'аля, Аллах Субхану ва Та'аля даст нам еще больше. Милость, когда руки, Аллах дал нам детей, Аллах Субхану дал нам семью, Аллах Субхану Та'аля дал нам разум, Аллах Субхану Та'аля дал нам много чего дал. Если мы будем благодарить за это Аллаха Субхану ва Та'аля, тогда Аллах Субхану нам еще больше даст. И аят, который в Коране успокаивает сердца верующих, где Субхану ва Та'аля говорит, «Ма яф'алу Аллаху би'азабикум, ин шакартум ва амантум». Зачем Аллаху вас наказывать? Аллах сам говорит, Субхану ва Та'аля, зачем Аллаху вас наказывать, если вы будете благодарны Аллаху и будете верующим? То есть Аллах Субхану не нуждается, дабы наказать нас. Если мы будем благодарны Аллаху, если мы будем верить Аллаху Субхану ва Та'аля, так как хочет Аллах Субхану ва Та'аля, Аллаху не нужно нас наказывать. Аллах не будет наказывать нас, если мы будем верить в Аллаха и будем благодарны Субхану ва Та'аля. И последнее наставление из сурата Аль-Бакара, где Всевышний Субхану ва Та'аля сказал, этот ая, который многие ученые муфассиры, когда делали этому тафсиру, плакали. Великие ученые уммы плакали, когда читали этот ая, где Субхану ва Та'аля говорит, وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. Когда Ибрахим عليه السلام со своим сыном Исмаил عليه السلام строил Каабу, и после того, как построили, сделали дуа вместе со своим сыном, о Аллах, прими от нас, поистине ты всеслышащий и всезнающий. Муфассирун, аль-уляма, ученые говорят, удивительный аят. Абдун махсус. في بقعة مخصوصة في عمل مخصوص وهو يسأل الله القبول. Избранный раб Аллаха. Его сын Исмаил алейхи салям избранный раб Аллаха. В избранной местности в Мекке, в Каабе. Избранное дело перед Аллахом, строение Каабы. При всем этом он просит Аллаха, чтобы Раббана такаббал минна. О Аллах, прими от нас. О Аллах, прими от нас это деяние. Поэтому Аллах Субхану ва Та'аля, мы провели этот месяц Рамадан. Но мы должны просить Аллаха Субхану ва Та'аля, чтобы Аллах принял нас. Человек, когда думает, что он уверен, что Аллах Субхану все принял это, значит, в нем есть в его сердце что-то не то, то что, значит, он как-то идет не по прямому пути. Потому что салихин, пророки, праведники просили Аллаха Субхану ва Та'аля, чтобы принял. Чтобы не зашла туда показуха в наши деяния. Чтобы это дело было принято. Сахабы, Аллах, они полгода после того, как месяц Рамадан закончился, спросили Аллаху ва Та'аля, «Таккаббаль минна Рамадан». «О Аллах, прими от нас Рамадан».
И аяте Всевышнего Субхана ва Тааля говорит: «Ва-ал-ладзина ютуна ма атау ва кулубухум ваджилатун аннахум иля раббихим раджиун». Это писание верующих, какие они должны быть. Это те люди, которые дают из того, что Аллах им дал. Жертвуют из того, что Аллах Субхана ва Тааля им дал. Пусть это будет своим имуществом, пусть это будет свое время, свое здоровье, свое силы на пути Аллаха Субхана ва Тааля, и при этом их сердца переполнены трепетом, то, что они вернутся к Аллаху. Тогда Аиша Аллаху Анха спросила: «Я Расулла, аллазина ютуна ма атау, кулубухум ваджилатун аннахум иля раббихим раджиун». О, посланник Аллаха, те люди, которые дают из того, что Аллах им дал, но при этом их сердца переполнены трепетом, то, что они вернутся к Аллаху, это те, которые прелюбодействуют, это те, которые воруют, это те, которые распивают спиртные и алкогольные напитки, но при этом все равно у них есть некий страх, то, что они вернутся к Аллаху. А что сказал: «Ла я ибна ас-Сиддик». Нет, говорит, точно Аллах, говорит своей супруге. «Бальхуму ллазина». Это те, которые усаллюн, ва ясумун, ва юнфикун, ва кулубухум ваджилатун аннахум ла тукбаль минхум. Это те, которые молятся, это те, которые постятся, это те, которые дают садака, но при этом боятся, то, что Аллах не примет их, эти деяния. Субханалла, поэтому просим Аллаха аль-кабуль, аль-кабуль. Если в двух словах, что такое наша жизнь с вами? Аллах Субхана ва Тааля обращается, говорит: «И'лам», знаете, наша с вами жизнь, начиная с рождения до того, до последнего дня в этой пробивании, в этой жизни, «Аннама л-хаяту д-дунья ля'ибу ва лахву ва зина ва тафахум байнакум ва такатуру фил амвали ва лахву». Вот эти пять вещей. Общая взятая жизнь – это ля'иб, игра. Эта жизнь – это игра. «Ва лахву». «Лахву» – тоже игра. Разница между «ля'иб» и «лахву». Ля'иб – это играть своими джаварих, своим телом, когда человек что-то, какие-то непредсущие для верующего человека делает какие-то поступки. А ля'ху – это когда он в сердце играется. То есть говорится что-то, а он в сердце что-то делает такое, то, что непредсущее для верующего. Вазина – украшение. Это жизнь украшения. То есть у кого красивее дом, у кого дороже машины и так далее, среди людей. Ватафахум бейнакум. И также это возграждение друг над другом, некая гордливость, это приумножение в детях и в богатстве, в имуществе. Поэтому все это должно быть у верующих. Должно быть, альхамдулилля, хороший конь, должно быть просторное жилье. Но, однако, самое главное, чтобы это все не должно зайти в сердце человеку, а должно быть в руках, а в сердце у нас должно быть за наши сердца переполнены трепетом и любовью по отношению к Аллаху Субхану ва Тааля. Прошу Аллаха Субхану ва Тааля, чтобы мы были, поклонялись Аллаху Субхану на протяжении всей нашей жизни. Чтобы после месяца Рамадана мы стали лучше, чем были до месяца Рамадана. Чтобы Аллах дал нам возможность еще много-много лет встречать этот месяц поклонения Аллаху Субхану ва Тааля. Чтобы наши самые лучшие деяния были последними. И самый лучший день был, когда мы встретимся с Аллахом Субхану ва Тааля. Атулю ма тасмаун. Астагфиру Аллаху ли ва лакум ва ли саир аль-муминина мин кулли дзанбин.